2020 – юбилейный год для Мурманского государственного технического университета. Созданное в 1950 году Высшее мореходное училище за 70 лет превратилось в крупнейший научно-образовательный центр Кольского Заполярья. Распоряжение Совета министров Советского Союза от 11 января 1950 года положило начало созданию в Кольском Заполярье первого в мире вуза для подготовки кадров именно для работы на флотах рыбной промышленности. Мурманская высшая мореходка благодаря уникальному научно-преподавательскому составу вскоре обрела славу одного из сильнейших вузов страны. Я хочу поздравить всех сотрудников, своих коллег, курсантов и студентов, которые теперь здесь учатся, с 70-летием вуза. Ну, я хочу сказать, что 70 лет – это не старость, это творческий возраст. Мы сейчас начинаем перезагрузку университета, у нас впереди еще очень много всего хорошего. Незамерзающий глубоководный порт на берегу Кольского залива Баренцева моря, богатого рыбными ресурсами, возможность доступа ко всем морям и океанам, развивающаяся в те годы рыбная индустрия и промышленность – все это стало весомыми предпосылками для рождения МГТУ. Сегодня вуз готовит специалистов по морскому, инженерно-техническому профилю, микробиологов, уникальных мастеров в области пищевого производства и многих других. Дорогие коллеги, дорогие друзья, дорогие студенты, обучающиеся, аспиранты, магистранты, бакалавры. Самые искренние сердечные поздравления с наступающим юбилеем нашего великолепного, продвинутого, одного из лучших университетов на северо-западе России, Мурманского государственного технического университета, 70-летним юбилеем. География студентов МГТУ по-прежнему огромна. Учиться сюда едут ребята из многих регионов страны и ближнего зарубежья. Здесь готовят востребованных в наши дни специалистов для арктических проектов. В ближайшие годы вуз ждет перезагрузка. Капитальный ремонт и строительство новых корпусов, оснащенных современным оборудованием, лабораторий и мастерских. Появится много новых направлений обучения в соответствии с требованиями времени.